Новости в новом формате. С этой недели в нашем эфире будет выходить новая информационно-аналитическая программа «События недели». Над ее созданием работают журналисты телеканала «Север» и «Россия-1» Нарьян-Мар. Телезрители ждут специальные репортажи, расследования и прямые включения с места событий. Премьера программы состоится в это воскресенье, 20 августа. Сейчас за моей спиной идет генеральная репетиция программы «События недели». Увидеть ее в эфире вы сможете уже в это воскресенье. Она выйдет в эфир телеканала «Россия-1» в 10:20 и в 20:00 на телеканале «Север». Журналисты двух телекомпаний Ненецкого округа теперь будут работать над одним общим проектом. Это будет новый формат итогового выпуска новостей с обзором самых актуальных, социально значимых, интересных событий, происходящих в Ненецком округе. Мы решили объединить усилия двух коллективов, это журналисты, операторы, монтажеры, чтобы сделать одну качественную, хорошую программу с аналитикой, с развернутыми материалами, со специальными репортажами. Это делается для того, чтобы обеспечить нашу аудиторию качественной, правдивой, самое главное, и свежей информацией, все, что здесь у нас происходит. В программе «События недели» мы будем освещать проблемы жителей округа, разбираться в спорных вопросах и ситуациях, находить ответы на актуальные вопросы и держать наших телезрителей в курсе событий. Главная задача, чтобы в обновленных событиях недели было как можно больше журналистских расследований. Это коррупционные скандалы, это нарушение прав людей, в общем, все те проблемы, с которыми сталкиваются простые жители региона. Но еще важный момент, чтобы люди сами шли с нами на контакт, давали интервью, при этом откровенные, потому что порой зачастую мы сталкиваемся с проблемой, когда люди не хотят говорить. События недели – это не просто обзор новостей. Новый формат программы предусматривает интерактив между ведущим и авторами специальных репортажей, а также экспертов, которых мы будем приглашать к себе в студию или общаться посредством прямых включений. Программа «События недели» будет выходить в эфир каждое воскресенье. Ее можно смотреть на телеканале «Север», «Россия-1» или в интернете. Основная цель нового совместного проекта – это максимальный охват аудитории. Мы хотим стать еще более доступными для всех зрителей как в регионе, так и за его пределами. Сегодня телеканал «Север» все желающие могут посмотреть в пакете «Триколор», на кабельном телевидении, IPTV, а также на нашем сайте. Кроме того, вы можете посмотреть новый проект на телеканале «Россия-1» в аналоговом вещании. Премьера программы «События недели» состоится в это воскресенье в 10:20 на телеканале «Россия-1» и в 20:00 на телеканале «Север». Вы смотрите информационную программу «События недели». О самом важном и интересном, что произошло за минувшие 7 дней, вам расскажут наши корреспонденты. Я Владимир Томилов. Здравствуйте. Ирина Нежалова, Дмитрий Лукевич, Вадим Стасюк, телеканал «Север».